На таких траулерах выходят в море на промысел не только советские рыбаки. Суда типа «Балтика» приписаны к портам Австралии, Болгарии, Румынии, Югославии. А строят их вдали от всех морей и океанов Кировской области. Здесь, на берегу реки Вятки, и стоит Сосновский судостроительный завод. Хорошо знают на предприятии монтажников из бригады кавалера ордена Ленина Курочкина. Работать с опережением установленных графиков стало для них нормой. Бригада маляров Лидии Решетниковой, как и весь коллектив заводов, встала на ударную юбилейную вахту. Трудовыми успехами готовятся сосновские судостроители встретить 60-летие образования СССР. Очередной траулер скоро сойдет со стапелей.